Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушаю с вами великие бизнесмены и повара Мишка и Юль, да. Короче, это что у нас? Вы очень просили, чтобы мы вернулись в игрушку под названием Play It Up. И мы будем это делать. Юлия, да, мы не ищем легких путей. Давай, готов. У нас готов. Открылся рецепт. Сегодня пицца европейская. Я красная, Юля зеленая. Посмотрим, что из этого получится. Я помесю. Или я правильно делал? Замесился? А что делать? Надо еще масло. Ты помнишь рецепт? Да, масло. Вот, смотри, теперь масло, да? А как масло? Икс, наверное. Или потом. Не знаю. Короче, у нас был салат, решили. Давай, короче, потом там... Два раза помидоры. Два раза помидор. Потом, наверное, как раз масло. Или куда масло-то тыкать? Я вот не знаю. И в печь. И все, типа, готово. Ну, давайте. Мы, короче, уже Икс разочек, все. Сейчас он щелкнет и забирает оттуда. А кусок пиццы, смотри, как резать? А как резать? А, и тащи на тарелку. Господи. Масло! Так, масло. Так, попейте масло. Жесть. О, прикольно, работает, слушай. Работает. Короче, мы за кадром попробовали, там появились новые рецепты, новые всякие фишки. Крутая, на самом деле, очень игрушка, очень сложная, да, потому что, не дай бог, кого-то точно. Не обслужите, и вас сразу же пошлют нафиг. Так, масло, пожалуйста, заберите, я так и не понял, для чего оно нужно. А, что-то... Ну, что-то да. Вот так, может... ладно, давай попросим этих мужчин. Два куска, пожалуйста, в студию. Так. Прикол, мне нравится, кстати. Каждое блюдо по-разному, с салатами, там просто жесть. Да, с мясом причем, жесть. Ой, Юль, нужен еще, срочно этой... пицца. Сложность этой игры в том, что один раз, как вы это, провалили хоть один заказ, и все, и... Все и все, до свидания. Так, мы помним, что я не могу подавать одному и ждать, потому что они будут беситься. Так, сейчас. С печками, здесь печки разные, все разное. Так, Юль, давай улучшения тогда. Улучшения разные появляются, очень важно. Короче, ребят, сейчас все увидите. И не забывайте, если хотите игрушку или хотите поддержать нас, нажмите лайкосик прямо сейчас. Это несложно сделать, а нам очень сильно помогает. Тарелки, да? Ну вот, короче. Все, я не могу теперь. Ну так а все. Можешь так забрать? Вот стой, сюда. Я, мне некуда положить. Бери пиццу кусок. Давай, да. Что ты? Ну тупой я, что я могу сделать? Так, ладно. Что за напарник у меня какой-то? Пойду поем сама пиццу. У тебя кусочек остался, да. Я так и не поняла, что масло зачем? В рецепте было масло, да? Хотя странно, я слушай. Я как будто, когда вот немножко... Кстати, давай чеканем просто. Где рецепт? Сделать основу для пиццы, дважды нарежьте помидор, добавьте его... А где масло-то? Стой, замесите муки. Тесто и добавьте масло, тесто, и оно сразу масло. Становится плоским. Ну ладно. Так, ладно, что у нас есть? Мойка. Тарелки, фигня. Плита. Ну тебе нафиг плита не нужна. Обеденный масло. Стол, фигня. Я бы мойку сделал себе, если честно. Мойку вот здесь. Ну где-нибудь, да, сделай. В углу. Чтобы тебе было комфортно. Да, тарелки хорошо. Еще есть, но я не знаю. Ну, я думаю, что пока пиццу легко подавать, я справлюсь с тарелками. Да? Ну что, все тогда? Ну да, давай стартуем. Жесть, ребята, игра прям топовая. Очень реально. Классная игрушка, да, надеюсь, подольше в нее поиграем. Действительно, куда как сложнее. Рогалик в мире... Вон, смотри, сейчас. Ну можно либо домесить потом. Да. Тут у нас еще крутая штука есть, можно себе усложнить жизнь. Ой, миксер. Я вспомнила, мы просто с Мишкой когда так пробовали вот я говорил, играть, да, тут да, был миксер, много чего, и есть стол заказов, короче, гораздо быстрее пригласить народ. Я, конечно, немножко зря их раньше спросил. А может, ты уйдешь отсюда тогда, мужик? Ну ладно. Все, конечно. Так. Я порежу. А, давай, кстати. Так, раз. Ой. Блин, а удобно, реально, режь давай. Все, давай, хорошо. Так, одни пожрали. 20 баксов, нормально. Ну и монет, я не знаю, так. Рублей вот. Или что еще. Так. Так, сейчас вот, тарелочка да. готова. Сейчас. Забери только отсюда свою эту жижу. Давай. А, ну, а соответственно, у них, скорее всего, вот эта пицца и есть. Так, все, блин, они готов. Накекали, и вот где кекают, ходить просто невозможно. Засранцы мелкие. У нас еще ждут, Миш, да, 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 я понимаю, сейчас дождутся, все. Смотрите, сейчас будет супер горяченькое. Давай, сейчас я спрошу, естественно, их что им требуется. Но не забудь нарезать, естественно. Все. Так, одному... И давай сейчас я второму тарелку. Всё, а, тарелка готово. Есть. Все, это. А, еще кто-то, я уже думал, все. Готово. Я тут видишь. Тарелку, на пол полста... Все, пожалуйста. И все готово. Блин. Так. Все, подавай. Экспресс. Они даже вообще не успели ничего понять. Я думаю, все уже, да? Им уже в рот просто с ноги залетела эта пицца. А, мест нет, наверное, чтобы зайти. Или что? Или... Да нет, фига себе, ну, хорош. Но место реально, слушай, как будто.
Ну, мы можем расставить. Надо. Давай, заканчивай рабочий день. Так, 89 у нас выручка. 90 почти. Мойка, работаем. Ну мойка нафиг не нужна. Стол для исследований. Так, мы не поняли, как он работает. Острые столовые приборы. Ускоренное поедание. А как это купить? Чтобы гости ели быстрее. Положите на стол. О, давай, я возьму ладно к себе, наверное. Ой. Чуть это. Обеденный чего? Обеденный стол. Все, я поставил. И еще что-то есть. Такс. Да блин, как вот... Хотя я могу... Кухонный стол мне нужен. Это ставь. Ты можешь мойку подвинуть, например, смотри. Нет, стой, вот эту фигню убрать. Вот эту купить. Что это такое? Обеденный стол? А, ну, я могу поставить один обеденный стол? Доп. Место. У тебя хватит денег? Уголковые. Да, конечно, хватит. У нас хватит. Ну все, во, идеально. Тогда стартуем. Пока приходит по два человека, поэтому не важно, сколько у нас тут как бы... Ну, то, что в углу стоит стол, это не страшно. Зовем масло людей! Масло надо было, на самом деле. В наш невероятный ресторанус. Такс, ну, я думаю, трудно догадаться. Сейчас. Пиццу европейскую, пожалуйста. Пиццу европейскую, сейчас, господа. Так, сейчас я им подам эти вилки. А интересно... О, смотри, вилки разложил. А так руками ели. Ну, по этикету можно руками есть пиццу, я порежу. Так. А вот тут уже вопрос. Сейчас, кусок полежит. Ну не ешьте, пожалуйста, люди. Да блин. Давай. Блин, они быстро едят, им нужно быстрее подавать. Так, это мы сразу же чепушили. Ну-ка, на, пожевал, ушел. Ой. Так, сейчас. Так, готово. Тарелочки чистенькие. Готово, сейчас. Так, готово, какашечки будете убрать. Ходите, кушайте, не обляпайтесь. Так, Юль, место для тарелки. Сейчас. Все, нормально. Я вам уже подал. Грязно можешь взять? Да. Только смотри, не пережарь там. Все будет. Так, все отлично. У нас полсмены отпахали. Чики-пуки, как говорится. Раскладываю. Что-то никто не торопится. Вон, идут два перчика. Да ты смотри, давай. Говорите, что вам нужно, не думайте. Мы знаем, у нас больше ничего нет. Да, больше ничего не продается. Так, сейчас еще тарелка. Ресторанчики. Ну, может, даже не мыть, сейчас придут другие, и там само автоматически. Мне кажется, больше не будет. Ну, хотя на всякий... А вообще кто-нибудь... Да, вон идут двое. Миш, освободи им стол. Да и пусть них... жрут быстрее. Они вон уже пришли сюда. Давай им это, реально. Блин, они... Вилки или пофигу. Сейчас. Одному сразу по умолчанию прилетело. Жуйте, не обляпайтесь. Все, идеально. Уэ. Так, вот отлично. Да. Все, можно больше ничего не делать, ждем. Юля, а что у тебя скелет на столе делает? А, да, кстати, я сначала не поняла. Вот так вот. Башку твою туда надо. Нет уж, одна звезда мишленская. А это всего лишь одна звезда. Сейчас, наверное, будут появляться всякие условия. Вы зарабатываете на 25 нафиг надо. Давай брокколи в качестве гарнира, конечно. Отварите брокколи в воде. Блин. Сейчас брокколи надо распаковывать. Жми, а. Так, короче, мне сейчас нужна оптимизация. Добавьте брокколи в воду и в кастрюлю вскипятите, используйте, чтобы взять позицию. Порцию. Так. Рецепты можно посмотреть, но это мы помним так прекрасно. Сейчас, короче, вот это убираем. Мусорка будет стоять рядом с сыром, но это логично. В принципе. Вот смотри, вот часть брокколи раз. А, вообще, стоп. Сейчас вот я здесь еще. Она будет. Кастрюлю, стоять. Юль, куда вот решите. Могу вниз ляпнуть вот сюда. А он сверху брокколи. Вот так, типа, будешь. Ну ладно, так. Что еще здесь есть? Вот стоп, это, кстати, вот это смотри, вот это ерундень. Тарелки. Вот это вот я вообще до сих пор не знаю. Туда ее, да. В угол. А вот здесь у тебя свободное место, например, для брокколи. Или далеко до кастрюли. Ну или потом что-нибудь. Вот здесь. Вот, сделай так. Все, отлично. Сейчас я посмотрю, что у нас еще выпало. Обеденный вот стол. Огнетушитель. Огнетушитель я поставлю здесь. Даже не знаю. Так, тарелки. На всякий случай. А плита нам нужна. Деньги есть, пожалуйста. Плита. А жесткая где она? Щетка. А какая Миш, плита? Для чего плита? Чтобы ты готовить на чем я буду? А как? Силой мысли, что ли? Не, ну значит в плиту будешь пихать, там варить свою эту фигню. Но нету плиты. Ну ладно. Так, натирай полы, мой тряпки. Я жесткую щетку еще возьму. Давай. Только ты ее поставь так, что тебе было удобно. Было бы удобно, ну вот здесь тогда. И распаковывай. Ой. У нас еще на самом деле много всего. Так, ну что, обеденный стол я не буду ставить. Ну да, потом если что, его туда поставим. Хотя я могу вот симметрично сделать, типа по красоте. Вот так. И чтобы тебе не мешалось. Ну мне ничего не будет мешаться, смотри. Ну все. Вот такой рестик у нас. Ладно, погнали. Красивая. Сейчас вот мы... Так. А вот сейчас проверим, кстати. Воду туда. X. И давай.
Ну и все. Реально. Это типа супер плита. Она так готовится? Юль, пиццу подготовь тогда, короче. Так, сейчас. Не теряйся. Так. Добавь масло. Я пока не спрашиваю, не буду тратить время. Так, ага. Потому что они когда ждут. Так, они... нарежь. Сейчас я даже положу. Ой, надо еще. Еще. Давай. Так. Спрашиваю тогда, да? Да. Ну, два куска пиццы без гарнира, без всего, точнее, не знаю, как тут объяснить. Порежу. Так. Так, давай сейчас. Так, одни готовы. Ушли. Ну-ка, а вот здесь. Да, смотри. Просто кусочки пиццы, Юль. Так. Просто кусочки пиццы. Сейчас вторую тарелку. Блин, ну вот. Ладно, все нормально, нормально, нормально. Так. Так, место есть. У нас есть что, это хорошо. Так, ну ладно. Так. Блин, ну и срач, конечно. А где мне... Где мне помидорку резать? А, вот, все. Ну, пожалуйста. Я пока просто подготавливаю все. Давай там пиццу. Один у нас там есть клиент. Голубчик. Так, Миша. Чего, чего? Тарелку убрал. Ну все. Блин. Так, помою пока все. А щетка-то что тут? Я пока щетку возьму. Ой. Ай. О, щетка быстрее. Как все сложно. Так, ладно, я пошел спрашивать. У нас один клиент там ждет. Ему пиццу с брокколи, да. Так. Пожалуйста, тарелки. Так, так, сейчас, погоди. Погоди! А, все, помню, 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 помню. Все, ушел. Два куска пиццы простых. Так, хорошо. Сейчас тарелку. А, стоп, стоп, стоп. Чипы, 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 чипы. Чипы сейчас. Да, а, один с брокколи, сори, сори, сори. Там тарелка дурацкая стоит, не могу подать из-за всё, этого. Все, давай. Так, все. Было уже это. Последний будет, наверное, клиент. А, да, спрашивай. Я так увлекся. Да. Спрашивай. Просто кусок. Все, и давай ему. Кидай прям. Так, я пока ёршика ты спробую. Опа. О, смотри, намного эффективнее, быстрее. Опа. Опа, вообще супер. С ёршиком, конечно, работает. Все. Заканчивайте этот дурацкий день. Так, ну что? Жмем. Смотрим, что у нас. Мойка. Кухонный стол. Поварской стол нужен? Я вот не знаю. Это, короче, можно одинаковые эти 4 ингредиента ставить. Ну, типа, можно брокколи разложить. По кухонный факту. Кухонный коврик. Грязи здесь не место. Вот это тоже топовый... Ой. Так, Юля, кухонный стол коврик. А с другой стороны, у меня не грязнится. Ну, ладно, ну, под моими будет. Свинюшками можно. Юля, я вот тебе здесь сюда стол поставлю. Пускай будет. А, давай. А, слушай, а тарелки можно складывать на него или нет? Наверное, вряд ли. Нет, наверное. Так, мойка мне... Ну, я не знаю, в принципе, всё? Можно начинать, да. Готово? Да, да, да. Так, короче, сразу... Можешь вареные, короче, сюда сложить, я прям отсюда могу набирать. Приготовь сразу же вареные, ладно? Вот здесь 4 штуки. Брокколи? Да, 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 я отсюда буду забирать, если мне нужен будет гарнир. То есть я даже тебя не буду об этом спрашивать. Вот сюда, да? Да, подели. Ну, я сделаю. Пиццей занимайся. Вот сюда клади. Не клади... А, кладется, давай. Кладется. Ура, ну все, идеально, короче. Все сейчас будет оптимизировано. Всё, ну вы видали? Так, кастрюлю пока... А куда кастрюлю? Вот оставь брокколи. Тут. Вот тут. Все, ладно, пошли клиентура. Всё. Просто кусок пиццы. Сейчас будет. Ну и тарелку не забудь. Так. Я порежу, давай. Так, все, отпускаю. Так, сейчас еще порежу. Можно было, кстати, пиццу заранее тоже порезать. Тоже неплохо. Да. Так, сейчас прошу этих товарищей. Я себе возьму тарелку. Ты ее оставляй здесь. Давай, давай, на забери, давай. Блин, так. Еще бы умел я в двери проходить. Все, сейчас я подам. Видала с брокколи, как я зацепил, да. И все, и нормально. Ой. Все, отлично. Такс. Да. А, ну давай спрошу сразу же. Все, ой. Миша. Юль, убери масло. А то я нечаянно не то вцепился. Так, готовлю тарелки. И потом немножко уберу. У нас еще, да, будут ведь? Ну да, конечно, еще только все впереди. Ну как сказать, полсмены отпахали. Так, слушай, а куда вся эта блевота еще? Блин, ну ладно. Сейчас прошу. Сейчас. А, пол куска каждому. Так. И вон, видал? Давай, 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 застряла. Все. Сейчас нарежу, отдам. Идеально. Все, замечательно. Так, отлично. Все? Все. Ты смотри, какие мы вообще. Вот это ресторан у нас очень крутой. Очень крутой ресторан получился. Вон еще двое и сразу, Миш, это такие. Че хотите, че надо? Ну, я жду, они думают. Так, смотри, хопа, я подцеплю, все, видали? Все. А, сейчас, наверное, еще кто-то будет. Да не, все, наверное. А мне кажется, что сейчас еще кто-нибудь припрется. Либо мы супер быстрые. Вот эта тема с брокколи очень удобная. Да, согласна.
классно. И спицы было бы тоже удобно, кстати. Все, походу. Ну ладно, это я нам на пожрать. Ага, Ю, не на пожрать. Я тебе говорю, последний какой-то как забывший. Я начала. Псина тут какая-то. Что-то как поздно приперся, уже магазин закрывается. А, так, тарелку надо, Миша. Блин, ну все, что сейчас ты не стряхну немножечко и погоди. Из тебя столько это. Все. Все. Жри быстрее только. Уже закрываемся, не видишь, да. Время сколько. А ведь сколько пиццы. Ребят, не забывайте лайкосик. Да, 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 ребят. Приходится, YouTube заставляет, говорит, ругается, что не ставите. Так, сосредоточься быстрее. На том, чтобы обслужить гостей. Либо высоким стандартам, в конце концов, это всего лишь бизнес. Что мы выбираем? А я не знаю, чем отличается тут. Что это мы значит? Высокий бизнес. Ну, давай, официальный все. Прием. Так, хорошо, жми А. Посмотрю. О, уже. Перекрасить можно стены в желтый. Ну, я не знаю, вот нафиг. Как мне. Тебе? Классно, для кухни супер. Так. Я вот могу подсобку вот сделать такую. Прикольно. Так, с желтым. Смотри, стой, стены есть еще. Синенькие, но они так. Вот давай сюда, мне вот на А положи, да. Стой, вот посмотрим, как будет. О, база. Бордюр типа. Умиротворяющая картина. Так, а тут еще, блин. Растения. Так, комнатный Лап. Фонтан! Давай фонтан. Куда его? А, так он, пока. Наверное, будет... Вот так? Он надо вот сюда тогда, ну, типа, чтобы пока. Комната лакшери была здесь. Растения. У входа. Нам необходимо У просто. Входа. Давай, я возьму. Так. Ага, растения. Куда только ставить это все мне. Ну, вон в той комнате, если хочешь поставить. Сейчас. Мне кажется, оно... Еще растения. Нет, оно действует и на ту комнату, где стоит. Ю. Плюс два, чего там было? Я не поняла. Так, я, короче, вон, видишь, растение, я сейчас еще одно поставлю. Два растения. А, ты распаковала, да? Да. Не, вот это сюда будет сейчас. А какая разница? Посмотри, она на эти дает, ты понимаешь? А, у нас три растения будет. Нет, еще раз объясняю, не распаковывай. А, надо около столов надо ставить. А не там, где ты вляпала декор. Нужен еще или нет? Да куда уж, не влезет? Мне кажется, уже все. Я лампу, погоди, вот лампу хочу. Я все равно здесь не шляюсь. Она что-нибудь дает? Она официальности дает. О, красиво. Все, все. А вот это, интересно, то же самое, что и... Ну, это пол. Это у тебя сменился старый? Нет, он был изначально. Здесь валялся почему-то. Нет, он... Короче, ты бросаешь, тебе меняется. Видишь, на тот, который в руках. Ясно. Просто его бросил. А, ну ладно. Все, давай, да. Стартуем. Во, смотри. Так. Смотрите, вот это да. Вот это день. Так, ладно, заходите, утырки. Лишь бы не застревали тут сильно, лишь бы мне тоже проблем не создавал тут вся эта история. Так, с брокколи я помогу. Сейчас. Но все равно брокколи, пока... вон она, Миша. А, зачем ты готовишь ты? Брокколи? Блин. Она уже сготовилась. Ну, я пойду выброшу брокколи тогда. Да, выбрось. А мусорка тут неудобно. Давай, забирай. Так. Все, вон, я брокколи выбросил. Так. А, заниматься, то есть разделить, брокколи, да? Брокколи, да, разделяй. Так, сейчас... Разделяй властвуй. И пойду и спрашивать. Так. Так. Да что не допилилось-то? Так, брокколи, значит, вот сюда, не знаю, так. Остатки. Все, я пошел спрашивать. Давай. Так, они дольше ждут теперь? Так, то же самое сейчас. Все, поперли народище. Так, и оставляй здесь, я заберу. Хорошо, забирай. Сейчас помою. Так. Сейчас идеально. Спрошу. Смотри, как они долго ждут, теперь пипец с этими растениями. Стало намного. Так, одно лучше. С брокколи. Сейчас возьму. У тебя есть. Такс. Тихо, мужик, не мешайся. Такс, отличненько. Ну, хватит серить после не, себя. Так, кусок вообще... пиццы. Блин, я поторопился, наверное. Ну, ты успеешь, я уверен. Успею. Я пока даже грязные посуду. Вообще они теперь с этим. Так, ты чистую не так. Забрала тут. Так. Все, Миша. Блин, сейчас, погоди, я тарелку. Все нормально, я верну сейчас тебе ее. Только дал поесть, сразу же обделался. Так, еще тарелка. Беру. Ну, я уже это. Так, два простых куска. Ой, брокколи взял ничего. Как мне его вернуть-то? Подождет. Да все нормально было. Все, так. Так, сейчас этих спрошу. Так, брокколи возвращаем, это не важно. Как раз с брокколи кусок пиццы. Так. Блин, у меня тут ЧП. Тарелка, да, чистая нужна. Сейчас, погоди. Чуть-чуть, блин. Быстрее, молодой Всё. Человек, быстрее. Давай. Я пока не буду подавать, иначе пиццу, тарелку заберешь. Да. Тарелку заберешь. Ага, сейчас.
Давай, работай. Так, я освободил место, блин, грязная тарелка. Ну, посидите с грязной тарелкой. Давай пиццу, кусок. Давай. Так, режь. Все, пошел. Готово. Так. Готовое. Так, все, и последний тут, наверное. Так, ты помой? Да, помой сейчас. Ты порежь пока. Ну, ему просто кусок надо. Да что ты? Вот, все, фух. Ну, сейчас такая смена была непростая. О, свежайшая. Все. А если, по сути, не было бы растений, мы с Мишей когда пробовали, там жесть, конечно, там капец как все ускоряется. Можно, да, наколоться на одном. Слушай, мы долго продержались, по сути дела, 7 дней. Две звезды. Нам нужно вот 3 из 6 выбить. Так, ладно, что-то сейчас будет опять. Среди луковые количество... кольца. Да, давайте слушаем луковые кольца. Типа, это рогалик, усложнение элемент. Так, то где все расставить? Нарежьте лук, добавьте муку. Обжарьте. И обжарьте. Запомнишь? Ну, повар. А где жарить? На чем жарить? Да так же в этой. Нет, у меня, стой. Наверное, плита будет. Так, тебе вот это распаковать надо. Лук куда-то, Юль, впендюрить. Лук. Ну, либо вот тут его, я не знаю, Юль, за дверью. Ну, да. Мойку ты часто юзаешь? Нет, вообще не юзаю. Ну все, мойка будет моя юрисдикция, а так. Ты вот на своим луком. Это все уже допы. Конвейер скалка. Автоматически перемешивает для раскатывания. А зачем? Скалка. А вот конвейер, это, наверное, что у нас? Конвейер автоматически перемешивает, перемещает предметы. Ну это нафиг не надо. А вот скалка интересна. Мешалка. Кофейный столик. Слушай, может... Так, ну я кофейный столик заюзаю, но места нету абсолютно. Может, скалку вот сюда? Так, поставь скалку. Все. Блин. Скалка у меня теперь. Короче, кофейный столик вот это, сюда ляпнул. Знаешь что? Вот сюда. А это что такое? Кухонный этот... Ну, ставь. Жалко просто, что он будет пропадать. Не-не, тут, конечно, можно выбросить, но зачем? Все? Да, давай начнем. Сейчас чувствую, попробую. Непросто будет у нас. Ну-ка. У нас одно в подсобке место, ну ладно. Эй, а как? Блин. Это пирог, это не то. Ой. Фу. Больше тебе скалка не нужна, да? Да. Я помогу в мусорку выкину, ты занимайся Жесть. Чем. Все, ой, давай. Как все сложно теперь будет. Да убери ты эту скалку. Блин, да нафига она? Ай, она теперь только мешаться мне будет. Так, разберешься? Так, брокколи подготовлю, сорян. Да, брокколи надо. Вот тут мойка ты пригодила. Да, и вода. А, вот как я пользовалась мойкой. Ну, все, ну ладно, сейчас я быстро заберу так, эту брокколи. Так, ладно, лук еще надо на всякий случай порезать. Давай жарься, все. Ну а что не берется? А как? Как взять? Блин, Юль... У меня мусор в руках. Сходи, выкидывай, пожалуйста, возьми его. Брокколи. Все. Я распечатаю. Подожги, да. Подогрей эту. Ага. Сейчас, что-то какая-то это, суматоха началась. Жизнь. Сейчас. Так. Блин, все. Кольца там, конечно, придется брокколи пока они сюда. Это, так, как, срочно. Ну, как это сказать? Одному с кольцами. Все, сейчас будет. Одному кольца. С брокколи. Вот кольца. Так, так. Конечно, вот там надо бы как-то место. Ну ладно, все так нормально. А что, одному с кольцами, одному с брокколи. Все нормально. Чего тебе не нравится? Да жесть, что, сложно, у тебя там места не хватает, если честно. Так, ладно. Следующий, просто кусок пиццы, отлично. Так, кто-то ожидает там свое место. Так. С луковыми кольцами. Все, сейчас будут. Да уйди ты, пень, а. Готовое. Возьмешь тарелки оттуда? Да, некогда, да, потом потому, возьму. Что это жесть какая-то. Мне надо сначала тесто. Так, все, дождались. Ну, ё-моё, мне теперь мешается. Так, ну, тарелки заберёшь. Ну, то есть прикольно, заберёшь. Ребят, потом здесь пирог надо будет готовить. Да тут жопа, на самом деле. Вы извините за выражение. Тут творится какая-то дичь. Юль, забирай тарелку. Сейчас. Места сейчас. Нету. Срочно тарелку заберите. Так, ой. Все. Вот, кстати, я могу это сам сделать, на самом деле. Сейчас тебе помогу чуть-чуть. Или ты можешь их вон туда все, оставить, я ушел, на столик, все, некогда. Слышишь? На столик я сейчас брокколи унесу. Надеюсь, оно последнее. Да, оно последнее. Сейчас я кастрюлю верну, наверное, хватит. Так, срочно я. А, нафига? Чего? Ну ладно, все, пофигу. Ты мне говоришь? Да себе говорю, так. Просто кусок. Что это такое? Уголь. Ну, бывает. Угля не нужно? Тарелок мало. Я так. Пережарила лук просто. Сейчас спрошу еще одного человека, что ему надо. Просто кусок пиццы.
занято, идите в джопу. Так, все, отлично. Спрашиваю. Просто два куска, отлично. Тарелка, да, отлично. Еще надо пиццу готовить. Пиццу с брокколи, да, только брокколи. Ну, нормально, все сейчас это, все будет. Я пытаюсь, Миш, погоди чуть-чуть. Сейчас жду. Мне мешает. Негде резать, А вот как вот? Хорошо, вот придумали вы. Так, все, отлично, заделывай там. Так, грязная тарелка, чистая тарелка. Так. Сейчас. Все, это последняя клиентура, но уже пахнет жареным, прямо скажу. Бери. Так, брокколи. Давай. А, я? Кусочек. Ну уж извини, я тут... Все нормально. О, жесть. Тут, конечно... Капец, надо напрячь свои булочки. Вначале очень дикая суматоха была. Нам нужны кухонные столы, если честно. Это правда. Так, 120 мы заработали. Ну, ищем неплохо. Кухонный стол. Плита. Нужна скалка. Ли плита? Просто? Можно, Миш, продай, выкинь скалку. Да. Давай, начинать. Я уберу отсюда. Здесь тебе нужен стол, чтобы не вот здесь разделывать, а в другом месте. Пиццу так, свою. Так вот этот стол. Вот и забери, да. Он и был тут. А скалка уезжает на свалку. Так. Пока, по крайней мере. Стойка с кастрюлями. Ну, у нас нам так не есть. Надо. Стол исследования, поставка. А, что такое? Две коробки со столовыми приборами для пополнения запасов. Не понимаю, что это такое. Фигня, ну и не надо. Ладно, все? Давай сразу же, да. А плиту-то, может, надо было купить? Зачем? Чтобы работать. У нас все нормально. Я займусь. Ну, вон, положи, господи. Блин, да как не куда дам я положу? Принципиальная позиция. Что, какой вредный прям. Все. Кто здесь повар, я или ты? А кто здесь директор? Все. Так. Явно не ты. Я. Все. И моя шляпа. Как забрать отсюда? Ты шляпу. Надо да, сначала давай, открыть. Да. Жесть. А ты думал, что? Все так, ой. Все так просто? Думал, да. Вот да. Не хватает на самом деле. Ладно, я не буду мешать. Да, да вот. Вон, на кофейном отсюда, столике. Так, Юль, тарелка с твоей стороны нужна. Я даже кусок сейчас попытаюсь тут из-за угла порезать. Все, так. Все, готово. С брокколи. Кусочек. Целую обойдется. Все, молодец. Так. Такс, это я отнесу. Так. И еще так. Ща. И я такая, ага. Жесть просто с тобой, взяла. Как в реальном ресторане, так, какая-то суматоха все, дикая. Сейчас. Так, просто по куску и пошли вон. Все, сами вы куски. Так, отлично. Накушали, насрали. Тут так, тарелки. Так, нужно ёршик взять, тут что-то уж совсем тяжело мне будет пройти. Такс. Все, сейчас. Тарелочку заберем. Да. Ну, я сам сейчас одну отнесу. И вторую я заберу. Так, ну забирай. Я грязную пока помещу. Так. Ну тут явно уже... что им надо? Пиццу? Ну, конечно. Зачем они еще сюда пришли? Просто пиццы две. Так. Так сам ненароком заесть. Заесть. Поесть заесть. Захочешь. Так, естественно. Пицца с брокколи. Так. Так. Все. Ой. Ну, я даже не буду мыть, потому что не имеет смысла, я не думаю, что... А, все? А нет, могут еще прийти. Нет, я имею в виду, что три стола хватит, вот в чем дело. Так. Только вопрос тарелок. Так. Садитесь. Угу. Пусть быстрее пожрет. Мне некуда поставить, возьми на 5 сек. Да могу не на 5. Сейчас еще явно придет, так что это... Так, сейчас, подожди. Так, тебе явно готово. Столов не хватает. Нормально все. Ну, кто? Давайте, сейчас выйду, кто там посмотрю. Хотел? Да, идут два. Так, пицца и садитесь. Ну, надо, конечно, в дальний столик, естественно. Чтобы подольше, уединенно. Походу. Быстрее. Так, просто куски. Каждому по пиццу. По пиццу. Ой. По пиццу получаете. Все, по пиццу. По пиццу. Да. Ты им не мешай. Все, они воссоединились. Прикольно, что можно на улицу выйти. Да, можно так. Оп. Пошли. Мусор на... выкинуть. Такс. Отлично, отлично. Фу, так, что у тебя там интересного есть? Миксер! Забирай тогда. Вместо чего? Вместо стола одного. Забираю. Так, сейчас я вот так сделаю. Мойка. Ну, мойка не нужна. Плита. Так. Ну, я думаю, тоже плита не нужна. Мука. Мука тоже, думаю, не нужна. Так. Комбайн. Комбайн?
автоматически перерабатывает. То есть можно прям сразу же в пюре это, как его... В принципе, это ручками своими там. У нас хендмейд. Ну, да. Я давай куплю. Типа, пусть сори, будет. Ну, деньги-то надо куда-то тратить. Да. Как бы мы... А, сори, ты сюда крутой. Закидывай. Или вот так. Наверное, вот так. Проверю. Ну, все, я готова. Да, фу. Пипец у нас. Так, помните, какой ресторан был, свою. Какой стал? Угу. Все. Вон, смотрите, как удобно тебе. Ой, я лук взял. Хорошо, что обратно вернуть можно. Так. Так, сейчас. Сейчас. Так. Так. Как удобно теперь стало. Вообще всё. Бомба просто. Так, отлично, что у нас стол есть дополнительный. Да. Для брокколи. Так. Так, слушай, ну обычно брокколи редко юзается. Вот, вот так. Именно, и все. Если и надо, место свободно. Короче, заготовки готовы. Так, с брокколи, значит. Так, вот лучок мне надо сделать будет. Так, просто пицца. Так, двоих обслужили. Спасибо за вашу грязь. На всякий случай лук. Так, вот здесь. Сейчас будет. Спрошу этих товарищей. Да. Что вы желаете, утырки? Два куска пиццы просто. Так, готово. Так, с отличным. Так. Свободны. Спасибо за вашу грязь. Блин, надо сначала именно соус. Сейчас тарелочки принесу. Так, если что, лук вон там есть. Хорошо, хорошо. Это готовый? Да. Хорошо. Так, что вы... Ага, с луком как раз. И просто сейчас. Кусок. Все. Миш, тарелки нету. Тарелки у тебя. Готово. Все, отлично. Так, у меня с нет брокколи. Тарелок. Сейчас будет. Сейчас будет. Так, лук, так. Юля, один лучок нужен. Да? Да. Будьте добры. Стой, вот эту пиццу... Ну ладно, все нормально, я приму. Мне некуда просто. Я понял, я приму. Я жду, пока тут это... Так. Так, лучок готов, да? Лучок готов. Все. Так. Лично. Так, быстрее. Мы работаем, работаем. Сейчас тарелки... Сейчас подождут пока что. Все. Сейчас тарелки, короче, несу. Ага. Пока потихонечку. Тоже готов. Так. Просто кусок пиццы товарищу. Сейчас я вот так я сделаю. Я сейчас вот здесь. Опа, готово. А, ну ладно, я вспомнила. Мой. Так, еще кусочек пиццы. Так, Миш, давай ее это. Ща, нарезай, так сказать. Все, отлично. А, нарезать, да. Отличная операция. Все, ну я думаю, это последний, можно не париться. Сейчас спрошу. А вдруг ему... Все. Ничего ему не надо. Молодцы. Нет! А, еще! Блин. Слабенько. Ой, а чё? Блин. Ща. Так. Тарелочка. Как хорошо, что есть миксер, ребята. Это прям так, с брокколи, наконец-то этот брокколи кто-то хоть жрет. Так, давай, ждем. А чё, ему просто? Да, просто кусок пиццы. Сейчас будет начальник. Давай. О, миксер это вообще must have. Ребят, смотрите, какая многогранная игрушка. Она вообще очень крутая. Все. У нас уже... До нас не остановить, на самом деле, вот по факту. Ну, по факту, да, мы уже настолько прям оптимизировали все, что, ну, я даже не знаю. Хотя легко дальше допросить. Могут рецепты еще, ну, как ну, бы, более новые. Сложно, да. Тут дальше покраска. Нам 3 звезды дали. Потом 4 максимум. А, нет, 5, наверное, в конце. Так, а что здесь у нас... Меньше пицца денег. С грибами. С грибами. Ну давай грибами, что ли. Погнали. Посмотрим, что так, за грибы. Нарежьте, Миш, грибы, а вот добавьте в пиццу. Ну понятно. Комбайн вот нам там нужен. Ну, могу убрать. Или как? А вот? Что тебе? Что-то нужно вместо него? Грибы. А, грибы. Грибы. Либо. Я вот так могу сделать. Вот сюда либо грибы. Вот это, знаешь. Нет, я хорошо забираю. Вот эту штуку, вот эту штуку. А тебе удобно оттуда будет брать? Нет, оно вообще просто сюда поставить. Ну сюда давай. Ну все, и... дотянешься. А вот стой, да, вот это что тут? Ой, плита. Кофейный столик. Ну у меня есть уже, кроссовки. А как вот ускорять? Полотер. Ускоряет движение и предотвращает появление луж. Ну это вот здесь надо, где моется. Давай. Это что такое вообще? Ой. Блин, ну это а как-то... как его? Куда его? Да нафиг он тогда нужен, тут место занимает.
Ну все, тогда. Я кроссовки только погоди куплю, а то видишь, босиком работу уже скоро. А, они тоже место занимают. Да. Блин, у нас. Но они мало, конечно, занимают. Ну вот сюда. Но я здесь не пройду, скорее всего. Ну ладно, я не знаю. Ну все, давай, стартуем. Пофигу, давай пиццу. А что с грибами-то делать? Просто добавляешь потом, ну, сверху сыра и гриб, наверное. Стой, вот погоди. Пицца грибами. Нарежьте грибы, добавьте в пиццу перед приготовлением. Ну, то есть, наверное, после сыра или... Да, ну да, сверху обычно грибы-то находятся. Вроде как. Миша, твоя... Это брокколи тебя ждет. Да все, да, сори, что, блин? Так, сейчас, я бегом. О, я в мусорку швырнул. Идеально. Давай, идеальное готовь. Поступление. Вообще. Ну, успеет, чувак, подождет. Там растение пусть понюхает. Так, не промахнулся. Понюхай растение. Так, грибы пусть здесь, кстати, так. Тусят. Только можно вот ячейку, да, в другую. Да открывай ты уже. Такс. Так, подождем. Вот так. А слушай, это надо несколько пиц тогда делать. Одну ему грибную. С грибами, да. Грибную делай. Эй, а лук ты чё? Не готовый. А-а-а. Так. Чё делаешь? Чё делаешь? Отойди от пиццы, это готовое. А-а-а. Положи руки на стол. Так, походу всё. Стой, сбери куда-нибудь этот, на самом деле. Кого? Я могу пиццу забрать. Вот или так. Пиццу, да, или что-нибудь. Лук, ты нужен готовый тоже лук. Что с ним сделать? Скажи, пожалуйста, с луком. Лук в муку. А какая? Где мука-то? Мука, а, вон. Вон там. А дальше что? Ага. Блин, жарить. Да какого фига в мусорку-то Миша, улетел? Миша, ты прям мастер просто. Все, ничего. А грибы были здесь. Тихо! Все. Господи, помилуй! Все, это ГГ, Юль, я не знаю. Сейчас все будет с грибами. Успеешь грибную? Да. Надо ее нашинковать, тарелку только еще все. Надо. Миша, и лук ему. Все, ставь здесь, я бегу. Давай быстрее! Так, кто там? Фух. Уже очередь. Сейчас, просто грибную пиццу. Грибную пиццу, так. У тебя тарелка есть? Есть. Держи, ему быстрее. Все, а то у нас уже клиентура тут. Так. Просто пицца грибная. Хорошо, что у нас эти простые люди. Еще пошли. Одну грибную, да, пиццу. Да. Ну вот не готовь, а вот кусочек дайте. Все, готово. Так, отлично. Блин, так, ну и жесть. Еще он тут слева ждет. Грибная с брокколи, отлично. Так. Все, отлично. Так. Ох, кто-то ожидает. Жесть. Так. Бам-б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 ам. Кого спросить? Так, простая пицца из брокколи. Сейчас я этим займусь всем. Так, грибы. Сейчас, простая пицца. Сейчас. Пицца с брокколи, ща. Не знаю, так, тарелка еще. Ну, брокколи, так. Такс. Все, грибная пицца, еще одна готова. Грибная пицца, кусочек нужен. Так. Как я вовремя ее приготовила. Свежайшая пицца. Пипец, такой очереди у нас никогда не было, Юль. Так. Это полная отдуха. Мы скоро реально скиснем. Так. Накормил. Спрашиваю. Ой. Простая пицца с луковыми кольцами. Сейчас, луковые кольца как раз. Все. Вот, блин, как четко я. С брокколи грибная пицца. Тарелку, ну, тоже есть, если что. Так. Так, всё. Отлично, и этих двух. Простая пицца. И одна с луковыми кольцами. Куска кольцами. Не хватило. Так. Ну тут пожрать-то не мог. Вот грибной, две Ой. Штуки, не хотите грибной? Так, трэш. Так, нужна еще тарелка. Блин, а чё оно? Эй, а где? Это в мусорку, что ли? Я не знаю. Тихо, без паники. Так, лук сделать? Да, еще и... Его сначала в да эту... Да и помню уже, да. Так, сейчас я... Сейчас, пицца, быстрее. Блин, Юль, это не лук. Что это? Да ты вижу, уголь вышел. Так, так, я перегрел. Я что-то засмотрелся не туда. Так, один кусок пиццы. Так, все. На тарелку, срочно! Господи, мука. Все. Надо, возьми кусок. Да блин, сейчас опять уголь будет. Миша! Так.
Вот в этот миксер, миксер, быстрее. Все, 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 все. Так, кусок дам, у нас что-то есть, сейчас сброшу, сброшу, сейчас. Быстрее. Все, давай, теперь и лук там где-то в муку разочек. Да. Давай. Все. Хорошо, что есть миксер. Вообще жесть. Да уж, конец был почти зафейлен просто. Это жестко, конечно. Перевод продуктов, а? Угли настрадали. Куча нам дали всего. Ладно, короче, да, я понимаю, что тут сбрасывается процесс, когда, но остается все равно некие победы после того, как... О, вот, смотрите, как красиво стало. Все. Хотите еще, сыграем еще новые рецепты, новые успехи. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока. Да.